Президент Российского футбольного союза Александр Дюков совершил ознакомительный визит в офис Ассоциации мини-футбола России. Президент АМФР Эмиль Алиев рассказал новому руководителю РФС об истории футзала в нашей стране и основных достижениях национальных и клубных команд, а также обозначил ключевые направления деятельности организации. После посещения музея состоялась встреча Александра Дюкова с коллективом Ассоциации мини-футбола, который поблагодарил главу РФС за уделенное внимание и пожелал успешной реализации всех инициатив на благо развития российского спорта.